Отриньте низкое и презренное! Ищите спасение в пламени! Тогда вы обретете свободу! Откажитесь от них самостоятельно! Иначе вас заставят мои люди! У меня странное чувство насчет этого человека. Казалось, я обретаю свободу, исцеляю свою израненную душу. Если другие, глядя на мои творения, увидят в них себя, разве то, что они не одиноки в своих страданиях, не утешит их? Мне казалось, что я забочусь о других, выражаю их мысли, исцеляю их. Но на самом деле я заблуждался. Дьявол коварен, его хитростям и уловкам нет числа. Я думал, что мои произведения — это окна, но на самом деле это двери, через которые дьявол входил в мир и в души людей. Мое искусство не утешало, а отравляло, наполняло некогда непорочных людей похотью и безнравственностью. Ах, как я заблуждался. Я странно чувствую. Но теперь я могу все изменить. Могу исправить вред, который я причинил. Я молюсь, чтобы вы последовали за мной, освободились от лжи и отказались от богомерзких творений. Холст и краски вызывают страх. Я странно чувствую. Что я наделал? Что я наделал? Ты действовал не по своей воле. Нет, по своей. Я подчинялся, так как сомневался в себе. Мне жаль. Мне тоже. Я делаю это с тяжелым сердцем. Покойся с миром. Доброго вечера. Жители Флоренции, подходите, выслушайте меня. Конец света близок. Покайтесь, молите Бога, чтобы Он простил ваши грехи. Думаете, что я сошел с ума? О, разве римляне не считали безумцем Иисуса?
Знаете же, что когда-то я не сомневался. Но это было до того, как ко мне пришел Савонарол. Он показал мне истину. Я чувствую, что ты действовал по своей воле. Не всех из нас нужно было обманывать. Я уже верил в это. Я говорил истину. Истины нет. Мне нелегко делать это. Покойся с миром. Кознюков я не пропускаю. Тебе не сбежать! Этот раз ты не убежишь. Защити. От нас он не убежит. Он уходит. Назад! Я вижу его! Лачу! Он уходит! Наемник? Сейчас ты умрешь! Я его не вижу! Он ушел? Мы его орудия, их трупы будут гнить. Здесь никто не пройдет. Слышите меня? Этот мост будет закрыт для вас до тех пор, пока вы все не покоритесь пророку Савонаролле. Я слышу ваши стоны и жалобы. Вы говорите, у вас дела, встречи, обязательства. Ха! У вас только одно обязательство – покориться! Сейчас же, слезай! Зачем драться? Зачем сопротивляться? Город наш, а ваши драгоценные медичи вас бросили. Они сбежали, спасая свои шкуры. Савонарола желает вам только добра. Он очистит город от пороков и соблазнов, объединит людей с помощью веры. Перед Господом все равны. Все равны и во Флоренции. Это наш шанс начать все с чистого листа, забыть о тяжелом прошлом и прийти к новой, простой жизни. Я помогу вам, подарю вам новое будущее. Но если вы и дальше будете портить, то вам придется смириться не только с разрушенным отцом. Понял, одним ножом! Поймите, я не угрожаю вам. Я просто хочу открыть вам глаза. Времена меняются. Нет, времена уже изменились. И своим упорством вы ничего хорошего не добьетесь. Пусть лучше ведет себя смертно. Я слышу ваши стоны и жалобы. Вы говорите, у вас дела, встречи, обязательства. Ха! У вас только одно обязательство – покориться! Эй, ты!
На минутку! Зачем драться? Зачем сопротивляться? Город наш, а ваши драгоценные медичи вас бросили! Они сбежали, спасая свои шкуры! Савонарола желает вам только добра! Он очистит город от пороков и соблазнов, объединит людей с помощью веры! Перед Господом все равны! Все равны и во Флоренции! Это наш от шанс. Тебя даже на праха не осталось. Забыть о тяжелом прошлом и прийти к новой, простой жизни. Я помогу вам. Подарю вам новое будущее. Но если вы и дальше будете упорством, то вам придется смириться не только с разведкой. Я готов! Подраться? Я готов. Ждите удобного момента! Не поддавайтесь на финты! Чёрт, ты мертвец! Сегодня последний день в твоей жизни! Он здесь! Кто? Ну, тебе сюда нельзя! Проваливай! И чтобы я его знаю! Точно знаю! Эколо! Тебя не учит! Вот он! Ты одет как дворянин. Как Савонароле удалось околдовать тебя? Богатства и власти никогда не бывает достаточно. Я хотел большего. Ну а в итоге ты лишился всего. Я должен это сделать. Покойся с миром. Убирайся отсюда! Он там! Как Бентиволио вернут долг уважаемому члену гильдии. Кто же может укрыться от него?
Охраняйте ящики! Нельзя допустить, чтобы их содержимое попало в чужие руки! Посмотрим, как они будут упорствовать, когда им будет нечего есть. Если хотят есть, пусть признают власть Савонаролы. Почему Медичи еще обладают влиянием в этом городе, выше моего понимания? Надо же! А ведь я считал их своими покровителями! Савонарола ведет нас в новую эру равенства, братства и справедливости. Нужно только сбросить оковы тяжелого прошлого и принять Господа, нашего единственного спасителя и пастыря. Спасителя и пастыря. Откуда мне знакомо его лицо? Тебя поджарят на... Что? Что я наделал? Ты принуждал людей верить. Иногда людям нужно указывать, что думать. Это никогда не приводит к добру. На сердце тяжесть. Но мои мысли ясны. Покойся с миром. Поверьте мне, как поросёнок! Взять его! Не в мою смену! Mm-hmm.
этими фокусами он кого-нибудь убьет. Скорее всего, самого себя. Изделие из металла! Любое оружие! Убирайся! Лезай! Он там! Не дайте ему уйти! Несчастную душу погубили. Причем именно тут. Новая жертва ради великого дела. Неужели это никогда не кончится? Не мешай нам! Флоренция поражена болезнью! И наш долг исцелить ее! Как? Заставляя людей подчиняться воле безумца? Неразумно бросать вызов власть имущим! Да, но мы это исправим. Нет! Ты не убьешь меня! Савонарон узнает о твоем предательстве! Стража! Стража! Хочу! Он там, вперед! Не сопротивляться! Покорись Савонароле! Оура! Я его не вижу! Вот он! При нем! При нас жизнь стала лучше! Все думают... Я сам жертва. Я не виноват. Нет, ты сделал свой выбор. Он заколдовал меня этой штукой. Лишь потому, что ты ему позволил. Я делаю это ради народа. Покойся с миром. Быстрее, за ним! Тебя даже праха не останется! Су, но не сэр... Делайте то, чему я... Кажется, это действительно рискованно. Вителло! Манзу! Это почти преступление! Пройти мимо моей лавки и не взглянуть на мои прекрасные товары! Здесь что-то не так. Еще один соперник. Отлично. Савонаролла предупреждал меня, что у нас появятся враги.
Поэтому я изобрел эту простенькую ловушку для тех, кто возомнит себя героем, и она чудесно сработала. Интоминчамо! Интересно, как долго ты протянешь. Это точно. Пару дней назад один ловкач успел одолеть три дюжины моих парней. Его уложили. День за днем прикончите все новые его! Лица, инакомыслящие, недовольные, революционеры, ребелли. Кого я только не повидал. Делайте то, что случилось. Я должен поверить. Дождите момента и нанесите удар. Герой-освободитель города. Вождь повстанцев, приближающий начало новой эры. Борец за свободу! Какую ложь ты поверил? Ты заблуждаешься. Пойми, что это ложь. Что бы вы ни говорили, вы все приходите сюда по одной причине. Вы желаете чего-то для себя. Славы, почет, честности. Так что нужно тебе? Признание, искупление, Бей его! Просто... Жизнь, я не пропускаю. Оура! Я в самом деле был таким гордым, жестоким. Нет, тебя околдовал Савонаролла. Неужели? Или я был опьянен вкусом власти? Мне жаль, что я оказался так слаб духом. Мне тоже. Прости, но у меня нет выбора. Покойся с миром. Ну, что ты предпочитаешь? Топор? Покажи, на что хочешь. Зачем этот капюшон? Эй, я тебя знаю! Слезай, немедленно! Вон он! Какой нелепый капюшон! Форча! Кажется, незнакомый его ли... Что, исчез? Лоджу! Чёрт!